казалось бы, одно и то же. Который день, который год, и не сдержать с утра волнения, как будто в этих буднях ты открытие ждешь и откровения, и исполнения мечты. Любой урок, любая встреча, всех кладов на земле цени, ведь каждый школьный миг отмечен неповторимостью своей. И как бы ни был путь мой труден, надежда помогает мне. Я счастлива думать, как о чуде, о завтрашнем, о школьном дне. Кто на вечный детский вопрос «А почему?» учит нас искать ответ самостоятельно? Кто вкладывает всю энергию, силу, любовь, чтобы мы становились лучше, добрее? Учитель! Кто придумывает нам 7-8-часовые домашние задания, отвлекая от вредного влияния улицы и телевизора? Учитель! Кто и дня не может прожить без наших родителей, сообщая им о наших разнообразных достижениях? Учитель! Кто за один рабочий день выступает в роли воспитателя, общественного деятеля, психолога, художника? Учитель! Учитель – нестареющее слово. Свежо всегда и вечно будет ново. Пока земля кружится над вселенной, профессия учителя нетленна. Годы нелегкого упорного труда, в нем радости, печали и невзгоды, в нем детские улыбки и сердца. Учитель в имени твоем разум, чуткость и нежность, в нем самая великая надежда и самая заветная мечта, в нем самая великая надежда и самая заветная мечта. Он в каждом оставит след глубокий вниманием, заботой, добротой, и в этом сокрываются истоки из вечной благодарности людской. Учитель в имени твоем разум, чуткость и нежность, в нем самая великая надежда и самая заветная мечта, в нем самая великая надежда и самая заветная мечта. Повторяю, пред именем твоим склоняюсь вновь, чтоб выразить всю искреннюю нашу, всю безграничную учителю любовь. Учитель в имени твоем разум, чуткость и нежность, в нем самая великая надежда, самая заветная мечта, в нем самая великая надежда и самая заветная мечта.